Ты хотел когда-то расстаться с Лизой? Тебе когда-то нравилась Лиза Найс? Как только она заехала в дом, ну, типа, смотри, нормальная девочка. Тебе нравился кто-то из участников Юла Хоум? Я аж чуть-чуть это вспотела. Ревновала ли ты когда-то Бума к кому-то из девочек Юла Хоум? Да. Целовался ли ты с кем-то из участниц Юла Хоум? Да. С кем? Вы встречаетесь с Кариной? А это уже не вопрос был. Я не скажу на него ответ. Ты целовался с Кариной? Это любовь, ты ей не прикажешь. Я скоро тоже буду красивой, я надеюсь, такой, как Карина. У тебя было что-то с Кариной? Ну, что-то было. Всем привет, с вами Юла Хоум. И как вы успели заметить, Леончик сидит на стульчике, на руке у него никак непонятная штука, шокер. И у меня в руках пульт от этого шокера. Это означает, что сегодня я, услышав ваши комментарии, услышав ваши молитвы, буду задавать им каверзные вопросы. Если они будут отвечать правильно, правду, я не буду их бить током. Это нечестный детектор лжи. Да. Но если я буду считать, что они врут, если глаза будут мне говорить «это вранье», то я буду делать вот так, пумц, и их будет бить током. Вроде бы очень просто. Твоя задача, Леон, честно отвечать на вопросы, и тогда ты не пострадаешь. Супер. Да? Поехали. Мне уже страшно. А ты, обязательно смотри это видео до конца, ставь большой палец вверх и подписывайся на нас. Ребят, нас же 120 тысяч. Приятненько. Пиши в комментариях, кто, по твоему мнению, врал, а Трэсси ему поверила. Мы будем все читать, всем отвечать. Итак, первый вопрос к тебе, Леон. Тебе нравился кто-то из You Love Home до приезда Лизы? Могу сказать уверенно, что нет. Кто мне мог нравиться? Тебе никто не нравился? Вообще никто. Я когда заехал в дом изначально, у меня не было девушки, это было еще в августе. Вот, я типа ехал такой, думал, я тут с кем-то познакомлюсь. Я приезжаю, а тут не мой вариант. Хорошо, ребят, вы считаете, что это правда? Я ладно. Я вам больше скажу, я ни с кем с дома не целовался. Ты че? А как же Бэмби? А мы девочек считаем. Хорошо. Ребят, это шутки. Поехали дальше. Ревновал ли ты Лизу к кому-то из участников Юла Хоум? На постоянке это делаю. Не, к девочкам, нет, к мальчикам. Ну, типа, я очень ревнивый. Я знаю, что мы вместе, что все хорошо, но когда происходит какой-либо контакт другого человека с ней и так далее, я напрягаюсь, вот. Ты хотел когда-то расстаться с Лизой? Не, ни в коем случае, потому что мне супер комфортно с этим человечком, мы уже 2 месяца вместе, и у нас все круто. Все очень круто. Ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, не считаете ли вы, что Леончик, может, где-то врал, а может, где-то не врал? Так что пишите в комментариях, может быть, я где-то ошиблась, а может, нет. Так, Аня, будут вопросики непростого характера. Ты готова к ним? Да. Тебе нравился кто-то из участников You Love Home? Да. Кто? Андрей, мой парень. Нравился ли тебе кто-то из участников You Love Home помимо твоего парня? Нет, мне никто не нравится. У меня парень мой любимый, все, только кроме него больше никого не люблю. Честное слово! Следующий вопрос. Думала ли ты когда-то расстаться с Дюхой? Да. Я аж чуть-чуть это вспотела. Ну, мы с ним уже были здесь, расстались один раз на проекте. Сейчас чистосердечная правда. Мы не смогли совмещать работу и личные отношения, это было очень тяжело, мы отвлекали друг друга, так что на будущее очень тяжело совмещать работу и отношения, когда вы живете в одном доме вы работаете и встречаетесь, и все вместе. Так что это было очень сложно, мы не выдержали и решили расстаться. Ну сколько вы расстались? На неделю. Вы расставались на неделю, где ты жила? Я жила в комнате у девочек. Кто первый пришел мириться? Ну, получилось так, что пришла в комнату за своими вещами я, но первый начал мириться Андрей. Понятно, не выдержал, ясно. Не выдержал, конечно. Понятно, окей, следующий вопрос. Ты ревновала Дюху кому-то из парней? Ты ревновала Дюху кому-то из девочек Юла Хоум? Из девочек? Да нет. Я его вообще... Я ревновала! Пускай будет Карине. Карине. Вот это уже, ребят, похоже на правду. Аня, расскажи эту ситуацию поподробнее. Я никогда никому Андрея не ревновала. Просто один раз увидела, что они сидят у Карины в комнате, все. Я зашла, просто они там сидели, общались, смеялись. И ты приревновала? Я приревновала, да. Завидуешь ли ты фигуре
какой-то из девочек Юла Холм. Конечно! Конечно, завидую. Чьей фигуре ты завидуешь? Карине. Завидую твоей жопе. Классно, в моей попке только что был комплимент. Ребята, от 1 до 10, правда моя попка крошиха? Это звучит странно. Но Карина действительно крошиха, у нее обалденная фигура. Ей все завидуют, но завидуем мы белой завистью, да, Аня? Да. Она меня тренирует. Я скоро тоже буду красивой. Я надеюсь, такой, как Карина. Ты фигура уже красивая, у тебя обалденная фигура, ребят, правда? Давайте сделаем так. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, то мы снимем вторую часть, где добавим еще Лизу Найс и буду еще я. Вот, хоть я и очень боюсь этой темы. Мы будем отвечать честно на вопросы, будем максимально откровенны. Поэтому все в ваших руках. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Вот, и пишите в комментах, хотите вы вторую часть. Мы ждем 10 тысяч лайков и снимаем вторую часть, ребят, вторая часть со всеми участниками You Love Home и с Лизой Найс. Ребят, и пишите вопросы, которые вы хотите видеть во втором выпуске. Все вопросики, которые вы напишите, самые каверзные, самые интересные, мы зададим нашим ребятам, Лизе, Леончику, Лизе, Аноре, мне. Вот, поэтому мы очень ждем ваших вопросов. Пишите в комментах. Как видите, в кадре Лиза. Это означает, что будут вопросы про Бума, естественно же. Окей, у меня к тебе такой вопросик. Первый вопрос. Лиза, тебе нравился кто-то из участников You Love Home до Бума? Нет. Я как-то ей верю, потому что Лиза обычно говорила, что все вокруг... Как? Ни о чем. Ни о чем. Поэтому, в принципе, в этом плане я ей поверю. Окей. Ревновала ли ты когда-то Бума к кому-то из девочек You Love Home? Да. Ну, Карина к нему приставала. Ну, типа, она еще приставала до того, как мы начали встречаться. Ой. Она там к нему бегала немножко, но я не подавала виду, и он, типа, все равно выбрал... Лучше, что если там давит. Понятно. Ну, типа, я дала ему свободу выбора, получается. А я к нему бегала, ну, мне пофиг было, бегаешь. Ну, немножко, конечно, напрягала, но побегай за ним. Все равно ему понравится так, кто за ним не бегает. И вот она я. Кто тебя бесит из участников You Love Home? Дюха. Дюха, а почему он тебя бесит? Потому что он глупенький, по моему мнению. Это мое субъективное мнение, я его никому не навязываю. Каждый говорит свое мнение, и это нормально. Сегодня рубрика честных ответов, честных вопросов. Тебе нравится Максим? В смысле нравится? Как парень? Нет. Я верю. Я верю Лизе. Лиза очень честная и прямая. Мне кажется, что шокер сегодня не коснется Лизиного тела. Встречалась ли ты с двумя парнями одновременно? Нет. Нет. Окей, Лиза, ты прошла это лучше всех. Лизу ни разу не ударили шокером. Я в шоке. Лиза очень честная и сказала абсолютно все, что думает. На это нужно иметь смелость. Поэтому, ребят, не нужно никого хейтить. Принимайте чужое мнение, мы можем его обсуждать. Вы можете быть согласны с Лизой, не согласны. Но мне кажется, хейт тут ни при чем. Поэтому смотри это видео до конца, ставь лайк, потому что пошли вопросики все серьезнее и серьезнее. Целовался ли ты с кем-то из участниц You Love Home? Да. С кем? С Кариной. Когда она в хаосе была. Значит, ты целовался с Кариной? Да. Нравится ли кто-то тебе из You Love Home? Да. Кто? Я ответил да. Я ответил правду. Карина. Карина. Вы встречаетесь с Кариной? А это уже не вопрос был. Я не скажу на него ответ. Потому что человек не хочет отвечать. Правильно, ребят? Ну правильно, это честно. Есть люди, которые бесят тебя в You Love Home? Да. Кто это? Подожди, дай подумаю. Артём. Артём, почему он тебя бесит? Зачем ты так все обширно спрашиваешь? Ну, потому что он постоянно ворует еду. Артём? Да. Но мне кажется, что это вранье. Нет. Понял! Мне кажется, что это вранье. Потому что я ни разу не видела, чтобы у Артема не было еды в холодильнике. У него всегда много еды, он всегда закупается. Все, и... следующий вопрос. Не надо обманывать, почему тебя бесит Артем? Все, он постоянно выпендривается. Этим тебе не нравится? Да. Угу. Ты любишь, чтобы человек был такой, как он есть? Да. Правильно? Без всяких масок, всяких приколов. Да, это интересное мнение. Я считаю, что такое мнение имеет место быть. Это мнение Кирилла. Вот, поэтому...
Пишите в комментариях, ребят, каких людей любите вы. Пускай этот человек будет простой, такой, как он есть, со всеми изъянами, или все-таки человек должен находиться в какой-то такой маске, держать свой образ. Напишите свое мнение. Поехали дальше. Ты встречался с двумя девушками одновременно? Нет. Я верю, Бритни. Ты воровал вещи, еду или еще какие-либо предметы участников Юлахома? Да. Что это были за вещи? Еда. Еда. Ты хотел когда-то покинуть You Love Home? Даже если бы и хотел, я этого не смогу сделать. Это правдивый вопрос. Ты не сможешь это сделать и из-за чего? Просто очень сильно всех люблю. Честно. Тебе будет стыдно покидать дом? Да. Я уже ко всем привык. А как бы ты отнесся к тому, что другие люди и участники You Love Home покинули проект, например? Там, например, это была бы Лиза, Анора или он, вот если бы они покинули проект? Абсолютно спокойно, на самом деле. Я бы обрадовался, если честно. Ну, типа, потому что это выбор каждого человека, и никто не вправе за него осуждать, поэтому... Угу. Тебя бесит, когда другие участники You Love Home говорят «рылы» в «рылы»? Раньше бесило, сейчас нет. Сейчас у меня даже такая гордость. Что, это твоя фраза, твое слово? Да. И что эти несчастные не могут придумать? Секонд-хендники. Они даже не могут придумать никакого слова, они всегда воруют. Окей, спасибо, Кирилл, за то, что ты был такой открытый, честный. Это очень круто, мне понравилось с тобой общаться. Всего лишь один раз я ударила Кирилла шокером. С каждым разом ко мне приходят ребята все более откровенные, все более честные и честные. Итак, у нас в кадре бум. С Бумом на самом деле все просто. Я сразу по глазам прочитаю, врет или нет. Если будет сильно много улыбаться, значит врет. Поехали? Поехали. Окей, первый вопрос. Нравился ли кто-то тебе из девочек до Лизы Аноры? Да. Кто? Маша. Кто такая Маша? Расскажи поподробнее, что это было, почему и как. Маша — это моя бывшая девушка. Угу. Вот, и она была в доме, и мы встречались. Угу. Вот, поэтому, да, она нравилась мне. Сколько вы встречались? Месяц, и она уехала. Ревновал ли ты когда-то Лизу Анору, да, кому-то из мальчиков? Да. Да. Не буду говорить кому. Кому? Ревновал. Сейчас, секунду. Ай! К мальчику. Подожди, ну, действительно, кому ты ревновал Лизу Анору? К мальчику. Леон? Нет. Максим? Нет. Бэмби? Нет. А, на всех парней он будет говорить «нет». Я уже поняла. Слушайте, я поняла. Получается, если до этого у нас были ребята, которые просто честно отвечали на вопросы, которые просто говорили все, что они думают, кто их бесит, кто их не бесит, то бум такой. Он, получается, будет терпеть сквозь слезы, но не будет отвечать правду. Да, да, это интересно, интересно. Поехали дальше. Ты целовался с Кариной? Нет. Ай, за что? Отвечай правду. Нет. Ай! Получается, ты хочешь сказать, что ты никогда с ней не целовался? Нет. Ага. Ребят, пишите в комментариях, верите в это или нет. Ты когда-то хотел расстаться с Лизой Анорой? Нет. Это означает, что вы встречаетесь с Лизой Анорой? Что? Вы встречаетесь с Лизой Анорой? Ну, расстаться я думал по поводу того, что расстаться надолго, типа в плане того, что быть отдельно надолго. Угу. Вот. Про это я говорил. Расстаться. Ага. Получается, расстаться, значит, вы не встречаетесь с Лизой Анора. Что? Вы встречаетесь с Лизой Анора? Что Лиза Анора? Ай! Так что, бум, вы встречаетесь с Лизой Анора? Что, бум? Ай! Класс, мне это нравится. Ребят, получается, что этот человек очень хитрый жук. Этот человек очень хитрый жук, с ним достаточно непросто. Мне достаточно непросто вывести Бума на чистую воду. Но я буду над этим работать, и я буду пробивать эту плотину. Поехали дальше. Тебя бесит кто-то из участников You Love Home? Прям бесить в плане там вымораживать или иногда, да, подбешивать? Вымораживать. Ага. Да я не знаю, ну типа иногда просто может кто-то взбесить, ну так прям, чтобы вымораживать, и там, ну не, нет такого. Тебе нравилась когда-то Карина? Карины нет. Судя по истории Лизы, если мы отмотаем ту историю Лизы, то в принципе я верю в это, я ему верю. Кто твой лучший друг в You Love Home из парней? Из парней? Да. Максим, Никита. Получается, Никита. У тебя несколько друзей? Ну да, ну скорее я им больше всего доверяю. Когда-то был Леон, но как-то
разошлись поезда, да. Тебе нравилось когда-то Лиза Найс? Нет. Тебя бесил тот факт, что Леон ревновал к тебе Лизу Найс? Да. Как бы ты отреагировал, если бы кто-то из участников You Love Home сказал, что переезжают в другой хаус, например, Dream Team или EXO? Ну, я бы за них обрадовался, но мне бы их не хватало. Ну, смотря еще кто это. Какая была твоя реакция, если бы Лиза сказала, что влюблена в кого-то из мальчиков You Love Home? Ну, отпустил бы. Было бы обидно, но отпустил. Что сделать? Это любовь, ты ей не прикажешь. Тебе было обидно от того, что Бэйби общается больше с Леоном, чем с тобой? Ну, относительно да, потому что, типа, сначала мы общались с Бэмби, вот, а потом как-то Леон перебрал его на себя, и Леон больше начал с ним общаться, и да, мне было обидно. Было ли что-то такое, что тебя бесило в поведении Лизы, но ты да. боялся? Что не, не боялся, не боялся, всегда говорил. Всегда говорил? Да, ну, типа, я просто потом отходил, и мы с ней разговаривали. И она либо, ну, в любом случае прислушивалась и либо делала какие-то выводы, либо не делала какие-то выводы. Но в основном она делала выводы, потому что сама понимала, что где-то она была не права в своем поведении. Окей, я считаю, что я сделала полную прожарку Буму. Я его нормально так прожарила на этом стуле. Бум достаточно честно отвечал на вопросы. Я считаю так, знаете, по-мужски. Достойно, по-мужски, поэтому я ставлю ему лайк. Ребята, пишите в комментах, как вы считаете, сколько раз соврал Бум, врал ли он вообще. Вот, и следующий участник. Первый вопрос. Тебе нравится Карина? Нет. Ай, да она не нравится, она мне. Честно отвечай на вопрос. Честно. Она не нравится тебе? Да. У тебя было что-то с Кариной? Ну, что-то было. Ты целовался с Кариной? Что-то было. А! Я же говорю! Целовался. А, окей. Да. Понятно. Хорошо. Продолжим дальше. Ревновал ли ты когда-то Карину кому-то из мальчиков You Love Home? Нет. Ай, так Трейси! Что? Говори честно. Да. Откуда ты знаешь? Потому что если человек тебе нравится... Она если... не нравится. Значит, ты целовался с ней, но она тебе не нравится. Ну, конечно. Это так, что чисто по приколу. Класс, класс. Окей, подожди. Я говорю чистую правду, вот сейчас я именно... Чистую правду говоришь. А что, обязательно связать, ну... Окей, окей, поехали дальше. Тебя бесила когда-то Карина? Да. Ну, в этом доме каждый бесит каждого по-своему иногда, но это нормально. Тебя раздражало, что Карина одевается слишком откровенно? Ну, просто это... Я не люблю такой тип женщин, когда они вот так вот ходят. Тут юбочка 3 сантиметра, соски выпирают. Соски выпирают, ходит, жопой вертит. Я таких сразу. Тебе это не нравится? Да. Не, ну типа просто это некрасиво, некультурно. Тебе когда-то нравилась Лиза Найс? Как только она заехала в дом, ну типа смотрю, нормальная девочка. По сравнению с другими девочками, которые здесь были, она норм. Но потом она быстро понравилась. Просто потому что, ну я понял. Ну просто они слева прям. Идеально друг другу подходят. Да, она не для меня. Кто тебе сейчас больше друг, Бум или Леон? На данный момент Бум. На данный момент? На данный момент Бум, потому что Леон с Лизой, ну, они как бы, ну, уже они как отдельно от нас чуть-чуть. Ну, потому что они как бы парочка. На самом деле, если бы я был с девушкой, возможно, я так бы себя вел тоже. Ну, типа, все время с ней, мы просто с Леоном даже и не снимаем, и ничего не это. А с Бумом у нас сейчас... Ты когда-то предавал друзей из-за девушки? Предавал? Да. Ну, пример. Ну, например, ну, бывало такое, что... Ну да, типа погулять с пацанами или с девушкой? С девушкой. С девушкой. Ты ставил приоритет девушке. Ну да. Кто тебя бесит из участников You Love Home? Аня. Почему? Ты знаешь. Говори. Потому что Анечка... Просто поведение, разговор, говор. Ну, это нормально, когда человек мне говорит букву Г, мне тоже бесит. Как Бум, я ему приказываю, так, ну, он начал говорить Г, как ты только приехал, я говорю, Бум, Г. И он начал говорить Г. Угу. Получается, тебя бесит некоторые моменты? Да. В Ане. Угу. Это только Аня или еще кто-то? Симпатизировал ли тебе кто-то из девочек помимо Карины? You Love Home. Как девушки? Нет, наверное. Нет. Даже когда, да. Тебе нравилась когда-то Лиза Нора? Mm. Ты заглядывался когда-то на фигуру Лиза Нора? Ну, а кто не заглядывался? Если кто-то из участников You
Юла Хоум покинет дом. Как ты отреагируешь? Нормально. Ну, типа, смотри, за какой причины. Если они покинут, потому что они там переходят в дом какой-то другой. Если он лучше, я скажу, молодцы, ребята. Ты завидовал кому-то из популярных блогеров, таких как Даня Милохин? Я завидовал по-хорошему, не по-плохому. Типа, вот они, падлы, вот они, фу, мерзость. Нет. Молодцы, ребята, я скоро тоже там буду. Отлично, мне нравится, когда человек настроен очень позитивно и когда человек верит в себя, это круто. Ребята, верьте в себя. Тебя бесила Лиза Найс из-за того, что она очень много времени проводит с Леоном и не дает тебе нормально поснимать тиктоки с Леоном? Ну, это норма. Это норма, и я понимаю все. Ну, типа, что с этим сделаешь? У него появилась девушка, он должен ей время уделять, которая... которая ущемляется в наших как-то с ним танцах. Ну нормально, что, я сам выбрался, я наоборот рад за это, потому что сейчас я снимаю сам, и у меня все заходит. А когда мы снимали с ним постоянно, я боялся сам перейти на свой личный как-то, на свое личное ведение, когда я один в кадре, это, я этого боялся, думаю, сейчас буду один, меня не будет никто смотреть, это то-то-то-то, а сейчас я перешел, я уверен, что я один, и оно норм, более-менее. А раньше было такое, неуверенность. Зато, ну, норм. Всегда ищите плюсы во всем. То есть, что бы ни случилось, то к лучшему. Запомните. Это был Бэмбичка. Бэмбичка честно отвечал на вопросы. Всего лишь пару раз я ударила его шокером. Я считаю, что это очень мало по сравнению с другими участниками. Вот. Бэмбичка тоже был достаточно толерантен, но при этом он был очень прям и говорил то, что думает. Поэтому, ребята, под этим выпуском не вздумайте никого хейтить. Вы можете говорить свое мнение, вы, может быть, согласны с Бэмби или не согласны, но давайте опустим хейт с комментов. Лучше пишите, кто, по вашему мнению, где-то лукавил и врал. Вот. Ну и, конечно же, спасибо, Бэмби, что ты выдержал это. Спасибо, что отвечал на мои вопросы. Ребят, на самом деле я в полнейшем шоке. Я подумать не могла, что ребята будут так честно отвечать на вопросы. Я думала, что они воспримут это как просто обычную игрушечку, какой-то просто типа прикольчик, и будут всякую нести дичь, простите за выражение. Вот, я буду что-то из них выпытывать. А они... всерьез, они всерьез отнеслись к моим вопросам и действительно честно и искренне отвечали. Надеюсь, что я вам немного подняла настроение. Вот, я очень сильно старалась, точнее, ребята очень сильно старались быть искренними. Я уже жду вторую часть, 10 тысяч лайков и будет вторая часть. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Очень вас люблю. Пока!